Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо не только проанализировать причины трагедии в Керчи, где погибли десятки школьников, но также сделать выводы и принять меры по предотвращению подобных ситуаций в крае. Одна из превентивных мер – это создание горячей линии психологической помощи подросткам, попавшим в сложную ситуацию. Специалисты, работающие на таких линиях, должны реагировать на все тревожные сигналы и при необходимости передавать информацию силовикам. Также, по словам руководителя края, необходимо проводить мониторинг интернет-ресурсов, создавать группы, которые будут отслеживать активность учащихся в интернете. Сегодня для учащихся будет проводиться профилактическая разъяснительная работа. Все охранные организации в Анапе будут переведены на усиленный режим. По итогам совещания было принято решение о формировании рабочей межведомственной группы, которая разработает стратегию противодействия идеологии экстремизма.